Ну что ж, с возвращением тех, кто уже был, привет тем, кто только подошел. И мы, собственно, продолжаем проходить Lost Dimensions. Мы уже на четвертой главе, или точнее, на четвертом этаже из пяти этажей. Прошлые разы мы нашли наших преступников, предателей, которые были среди нас. Напоминаю, что тут предатели рандомно. Перепройдя игру, предатели могут оказаться другими людьми, ну, кроме первого. Так что, пока что у нас из команды вычеркиваем чувака с катаной, это чувака, и вот этого чувака тоже. Забыл уже, как их зовут. Зенджи. Остальных... завалим еще одного сегодня. Но, ребят, все зависит, само собой, от нас вместе, если нам удастся найти истинного преступника. Ну и, само собой, я... самое главное, чтобы я тоже не фейл особо. Ну, давайте погнали. Погнали искать следующего преступника. Ну и начнем с разговоров. Собственно, тут у нас есть много разговоров на укрепление отношений. И узнаем лучше наших союзников, недосоюзников, скажем так. Вот, точно, Марко и Георг. Марко, Георг и Зенджи, они, к сожалению, были предателями. Я с вами, так что все получится. Да, Фумо, что же мы делали без тебя? Без сарказма. А может и с... Так, ладно, давайте с Наги. Или с той, своей же Аги там. Да без разницы, давайте с Наги начнем. Yes. О, прекрасное время. Могу я тебя на секунду отвлечь? Maybe next time. Sure, let's go. Huh, I see. Ты помнишь, о чем мы говорили ранее? Насчет того, что ты типа странная? Почему ты все-таки перефразировал это таким образом? Ты слишком прямолинеен касательно этого. Но это действительно именно та тема, о которой сейчас будем говорить. Так значит, это все-таки тема. Да. И да, и о том, о чем мы сейчас будем говорить, я бы хотела бы услышать твое мнение касательно этого вопроса. Я никогда не воспринимала себя как странную индивидуальность. О, господи. Пытался произнести слово индивидуальность. Я жила как солдат. И никогда не сталкивалась с таким спокойствием. Так значит, сейчас ты беспокоишься уже. Беспокоишь? Зачем мне нечто такое лживое? Если я должна что-то сказать, то я бы сказал, что я скорее боюсь. Боишься? Давай увидим немного о твоих боевых наги. Твоих боевых навыков наги. Блин. Нет, разве ты не просто обеспокоена в конце концов? I see. Что это так кажется? Это немного отличается от того, чтобы быть беспокойным. Я полагаю, что есть некоторые вещи, которые не так легко передать. Блин, неправильный ответ.
Сейчас исправим диалог на правильный. Yeah. Привет, Тоникс. Ну, вижу, тебе уже объяснили. Тут на каждом этаже есть предатель, и он не заскриптован заранее, а генерируется рандомно. Единственный, скажем так, стопроцентный предатель — это первый, ну и, собственно, истинный. А вот эти промежуточные, которые... Персонажи, что вспоминают что-то, сходят с ума и решают предать остальных. Собственно, они всегда рандомны. Все было. Сражение? Ну ладно. Я не позволю, чтобы случилось ничего безрассудного. Окей. Теперь нам нужно пойти и выполнить квест с Наги. Погнали. Блин, такими темпами, как минимум, я сегодня прокачаю отношения до максимума. С Той вряд ли. С Наги, с Сойджеро и с Агито. Предателями могут быть или Йоко, или Тоя. Если это работает так, как я думаю. Хотя я сомневаюсь, что это будет работать так. Хотя, может, это все-таки влияет в каком-то смысле. Ладно, погнали на этот квест. Надеюсь, он не слишком тяжелый будет. Вот он. 4 звездочки. А, нормально, нормально. Справимся. Да, кстати, ребят, после этой миссии мне придется уйти на перерыв минут на 10, так что не серчайте. Так. Свяжем сюда, и тут Агито. Погнали. Ребят, напишите что-нибудь на GoodGame, потому что, мне кажется, у меня сейчас завис. Да, завис. О. То или Агито, кто же предатель, наверное, в этом этаже. А кто тебе сказал, что это может быть Тоя или Агито 100%? Я предполагаю, что Тоя может быть, но это не 100%. Я солдат насквозь, так что, когда я впервые пришла сюда, меня не беспокоило то, что произойдет со мной до тех пор, пока я делаю это ради мира. Нет, я даже вообще не беспокоилась об этом. Понятно. Я чувствовал нечто подобное. Я видел твою решимость. Как перспективы в отношении всего этого все это время. Тем не менее, мы сражаемся тут, чтобы защитить мир. И потом мы услышали все это про предателя. Даже не зная, кто является предателем, ты начал беспокоиться обо мне. Это, наверное, счастье. Среди всех тех боев, где я не знаю, чему верить. Я смогла подтвердить свое существование благодаря твоей приближенности ко мне. В то же время я начала думать, что я не хочу принести себя в жертву. В чем смысл спасти мир, если ты сама не сможешь его увидеть для себя? Давай вернемся обратно вместе домой. Нет. Давай вернемся домой вместе, Наги. Я бы не доверял блондинке. Но это мы выясним со временем, кто может быть предателем. Зря. Нужно было что-нибудь посильнее использовать.
Блин, как же мне нравится саундтрек в этой игре. Такой приятный. Ух, нифига себе! Какая махина там. Блин, не сгорел дотла. Обычно все умирает. Или поет. Кстати, это будет достаточно хорошим поворотом, если в конце все умрут. Правда, ребят, запомните одно. Lost Dimension, название игры. Я не думаю, что она с простра так называется. Я что-то вчера начал думать. И пришел к тому, что тут название игры как-то должно быть связано со всем тем, что тут происходит. Так не думайте. Lost Dimension, потерянное измерение. Грубо говоря. О, Ignition. Круто. Удар сейчас будет просто адовым. Но недостаточно. This one's mine. Yeah. Ignition. Burn. И жечь. Is that all? Еще трое врагов. Снова сюрприз. Потерянные люди. Все правильно. Они черт знает где, по сути. Но это тоже. О, Defend Mods. Увеличился Vitality. Думает, что это его спасет. Мимо. Молодец, Агито. У Агито уклонение очень хорошо прокачано. Блин. Commencing assault. Так близко. Что происходит? Damn. Ты знаешь, что нужно делать, да, Наги? Yeah. Да, Шо. Я не буду безрассудным. Да, у тебя есть я и все остальные. Ты прав. Мы товарищи. Давайте сражаться и пройдем через это вместе. Обязательно. Твоя голова болит. Надо восстановить ей GP. On my way. Вот так. Here I go. And away we go. My head. Думаю, кто даже после смерти остальных выживет. Бля, это будет слишком. Ладно, не буду ничего говорить больше, а то сейчас внезапно, может быть, что-нибудь проспойлерю. Просто я вспомнил кое-что важное. Ну да ладно. Что мы упустили. Но ради этого думать об этом еще очень рано.
And away we go. Hey, check this out. Leave it to me. Держи ход. Правда, она не достанет, но все же. А эта большая махина направляется все-таки к главному герою. А нет, не к главному герою. Commencing assault. Ну вот именно или поет, что они не совсем были болтливыми касательно этого. И вообще, какие другие предатели? У нас всего трое было пока что. Вот сейчас четвертый. Огонь. Ну. Герой тоже получит по попе. Так, бафаемся. Стоп, у меня же есть что-то свое. Вот так. Ой, у меня сан там становится меньше. Надо бы восстановить сан. А то она сейчас еще в берсерк режим перейдет. On my way. Thank you. Вот именно, Фуму. Не надо забывать про него. Так. Давай, мана. Ну, мана просто молодец. Почти косарь с половиной. Топ тебя. Смогу ли я передать ход мане? От, нет, не смогу. Передам Химену тогда. О, нет, нет, нет. Ладно. Нишин и Бёрн. Еще. Блин. So close. Что за это? Ну, что? Зачем ему вообще устраивать все это говно, чтобы наши герои через это прошли? Вот именно, Фумо. ХЗ. Какая сила в него. Но если так подумать, кое-чему можно прийти. Ладно, ладно, все, хватит. Не надо об этом сейчас. Рано. Так, пройдено. Миссия завершена. Я должна поблагодарить тебя за помощь в выживании снова. Возможно, это был первый раз, когда я испугалась битвы с того момента, как я присоединилась к армии. Я даже не думаю, что у меня бы... Я даже не думал, что я смогу услышать подобные слова от тебя, когда я впервые тебя встретил. Да, я тоже так думаю. Да, так многому мне и нужно начать учиться. Страх не есть ни что иное, как надоедливым существованием. Вот как я была воспитана до сих пор. Я никогда не сомневалась в этом. Но теперь я считаю, что эмоции страха являются нечто очень ценным.
Кажется, я пытаюсь измениться. Да, что за забавная история. Это все твоя вина? А? Моя вина? Yeah. Да, это твоя вина. И все тут. Хотя нет, но скорее всего я должна сказать спасибо тебе. Или благодаря тебе. Я всегда стремилась быть сильной, потому что я всегда хотела доказать свою ценность. Тем не менее, хотя я и думала, что я тренирую себя... правильным способом, правильными манерами. Возможно, я кое-что ослабила в себе вместо этого. Я всегда искала то, что другие смогут признать мою силу. Работая только над своей целью и найду, и даже не думая о комфорте по пути. Однако, это не сила. Это означает, что я просто закрывала глаза на свои собственные, ну, слабые места. Только после того, как нечто очень ценное для меня появилось, я наконец-то смогла понять это. Это благодаря тебе, Шо. Наги. Yeah. Да, я больше не убегу. Я взгляну на свои слабости, признаю их и буду двигаться вперед. Я признаю, что у меня есть нечто ценное. Или нет, скорее у меня есть нечто, что я должна сделать. Я не знаю, если это правильный путь. Честно говоря, я боюсь. Но возможно, быть в состоянии почувствовать испуг, это тоже очень важно. Спасибо тебе. Ты слишком добр, Шо. Прекрасно. Знаете, у меня один вопрос. Вот эти досье на персонажей, они открываются? А где их, блин, прочесть? По идее, Vision. Кстати, насчет предателя. Смотрим снова. Два голоса. Или один. Мне показалось, что два. Привет, Битер, да, еще раз. Так. Можете на секунду? Как ты думаешь, кто предатель? Ребят, ну я пока что понятия не имею, кто предатель. Так что... Давайте я поставлю на Тоя. Потому что он самый бесполезный тут у меня. Лучше удалю Тою, чем... кого-нибудь, кто мне нужен. Привет, Теодор, кстати. Так. Тут этого нету. Значит, тут что ли? Статусом. Так, отношения на максимум. Отношения на максимум. С ней еще осталось один на ивент. И будет на максимум. Так, тут тоже нельзя прочесть. Эквипмент, гифты. Блин, где можно прочесть это? Список групп. Вот-вот сейчас будет. Собственно, вот такая вот фигня. Группы идентичны были. Два голоса. В обоих.
случаях. Непроверенными еще остались, нужно вставить в группу еще Тою и Йоко в следующий раз. Ну, более-менее вот пока что вот, вот что у нас тут. Главное, не Мана, не Доктор, не Химено, а все остальные уже окей. Пусть будут. Сайрус, еще никто пока что. Мы только начали пару часов назад. Так, что-то пошли дропы. У меня дропы не прерываются. Опять у Good Game какие-то проблемы. Интернет нестабильный. Ну, пибой, я вообще-то сейчас пошел на миссию, а не на проверку. Поэтому я взял тех же. Не знаю, меня слышно нормально или нет. По идее, сейчас лаги адовые. Да какого хэ? Хватит уже лагать. Лагалище, блин. Пибой, сам дурак, я ж тебе говорю. Сейчас, наверное, услышишь после опоздания. Что я пошел выполнять миссию, а не проверять их. Потому что если я взял кого-нибудь другого, уж я было под вопросом, прошел бы миссию или нет. Хотя она была изичь. Думал, что посложнее. Ну, из-за положения тормаживает. Сейчас идут адовые лаги, я даже не знаю, что это за фигня. Вот, сами посмотрите. Дропы растут, фигня справа красная. Почему? Спроси у программистов, которые через жопу все делают. О, наконец-то. Все нормально. Исправили. Так, ладно, ребят. Короче, хоть мы и только начали стрим, но мне нужно пойти на перерыв. А у меня срочные дела, 10 минут. Поэтому я отойду на 10 минут. И потом вернусь и продолжим выяснять, кто же наш чертов преступник. Так что... Так что увидимся через 10 минут. Включу вам музычку. Ладно, давайте продолжим. Ребят, меня слышно? Все нормально? Ну, пибой. И как я уже говорил, они станут доступны чуть позже. Но пока они будут доступны, мы уже пройдем игру. Так что... К сожалению. К сожалению, мы не успеем их оценить тупо. Так. Что ж, давайте с Наги продолжим дальше разговор. You're here. Let's talk, show. Ты тут? Давай поговорим, Шо. Согласен. Нет, Фум. Ну, смотри. Как бы интерфейс, да. Но диалоги и все остальное нет. Название скиллов и все в этом духе. Разговаривая с тобой вот так заставляет меня забыть, что мы на поле битвы. Мне интересно, почему. Но я могу почувствовать, что могу быть... Спокойствие. There are many enemies out there. Там очень много врагов снаружи. Yeah, you're right. We're surrounded by enemies. Anyone who interferes is the enemy. Да, ты прав. Мы окружены врагами.
Те, кто мешает нам, являются врагами. Ну почему все должно было обернуться вот так? Наги? Это больше похоже на как... У меня никогда не было своей собственной личности. Since I never had anything I wanted to do or had anything precious to me, I chose the path where I was simply praised by others. Поскольку у меня никогда не было то, что я хотела, и никогда не было ничего важного для меня, я выбрала путь, где я буду, где меня будут хвалить другие. However, meeting you made me realize it. You made me realize, Шо. Тем не менее, когда я тебя встретила, я поняла это. Ты заставил меня понять, Шо. What is truly precious? Что действительно важно. It's painful, and I'm scared. But I was able to change because of you. Это больно, и мне страшно. Но я смогла измениться благодаря тебе. Thank you. Спасибо. Can you promise to stay with me until the very end? Ты можешь мне обещать, что останешься со мной до самого конца? Or at least take responsibility for making me experience the fear of separation. Или, по крайней мере, of losing you. Возьми на себя ответственность за то, что ты заставил меня испытать страх разлуки, потеряя тебя. Got it. Хорошо. We'll be inseparable, Наги. Мы будем неразделимы, Наги. Yeah. Да. Thanks, Шо. Спасибо, Шо. Плюс один, Гарри. Так, ладно, давайте посмотрим Vision, что у нас тут к чему. Так, ситуация такова. В первой группе 2, во второй 2, в третьей 3. В третьей группе из новых персонажей была добавлена Йоко. Той, кстати, еще не проверяли. Но скажу, что предатель один из тех, кого мы сейчас видим. Тоя, наверное, все-таки не предатель. Голос Йоко. Да и не только у Йоко звучало. Хотя... Это трудно сказать. Трудно пока что. Наверняка. Ладно, давайте продолжим. Нам по-любому еще выполнять дополнительные квесты, так что... Тоя и доктор точно не виноват. Ну вот с Тоей сейчас квест будет. Так что давайте посмотрим. Эй! Что такое? Нужно кто-нибудь, с кем ты сможешь скоротать время? Да, именно. Well. Что, скучаешь в одиночке в такого рода удручающее место? Sounds good. Возможно, я могу помочь тебе развеяться и увеличить свои навыки немного. Ага. Почему ты хочешь спасти мир? Преодолевая все это, ты никогда не думал, почему именно я? Ты... Нет. Нет. I see. Воу. А ты силен? No. Кто-то должен это сделать. Или иначе миру придет конец. Так что я буду. И, собственно, на этом все. Прирожденный герой. Уважаю это. А что насчет тебя? Не то, что ты как будто колеблешься при спасении мира. True. Не совсем. Для меня это больше как обязанность. Обязанность. Я
Я тот, кому суждено исцелить мир. Благодаря моей... Благодаря моему первородству и моему обучению. Таким образом, ты можешь сказать, что этот мир однажды будет моим. Не, я не планирую господство над миром или нечто подобное. Я извиняюсь за свой выбор слов. Я имею в виду, что просто это моя обязанность исцелить этот мир. Wow. Так в сущности, это естественно, то, что я буду спасителем этого мира. Да, похоже, это действительно большая задача. Я едва могу это понять. Sounds good. Нет. Мне нужно смирение после того, как ты выслушал мою речь. Нет тут такой вещи, как ранки. Верно? Мы все равны. И вот почему я... Что-то не так, Тоя? Да ничего. Мне нужно пойти. Мне нужно приготовиться к нашей следующей миссии. Да, увидимся. Исцелить мир? Это огромное обязательство. Я хочу его убить. Он слишком... Это как его на русском? Selfish, короче. Этот. Господи, я забываю русский язык, черт. Самонадеянный. Так, короче, замени Ману или Дественницу на доктора в следующей группе. Хорошо, а сканов сколько? Пока что нисколько, мы сюжетных квестов еще ни одного не прошли из трех. Мы сейчас пока что вот с дополнительными разбираемся. Что такое? У тебя очень серьезное лицо сегодня. Это ваше воображение. Я бы хотел бы услышать ту историю. Where? Лично. А, да, я расскажу тебе все. Now then. Окей. Откуда начать? Откуда же начать? Я не хочу казаться тупым, но тот человек в вашей истории. Это вы, верно? И почему ты спрашиваешь это? Я просто хочу знать, почему вы рассказываете мне нечто такое очевидное, которое вы не хотите рассказывать. Я же сказал, это просто... Ближайшие курсы лечения для тебя. Да, и мне все еще нужно немного больше лечения, верно? Indeed. Так значит, ты все-таки вошел в это. Так тебе, значит, интересное содержимое. Ясно, да? Может быть, все-таки среди всех наших товарищей тут находится убийца на свободе. И перед тем, как судить предателя, будет лучше, если бы его исключили, чтобы не представил угрозу для безопасности. И ты хочешь подтвердить на самом деле, являюсь ли я убийцей, не так ли? Это очень возможно. Ну как же прямолинейно. Позволь мне разъяснить эти обвинения. А ты в какой-то...